Предупредили. В Октябрьском районе Саратова сотрудники МЧС провели рейд по домам с печным отоплением. Такие проверки осуществляются каждый год в осенне-зимний период. По словам пожарных, связано это с тем, что именно с наступлением холодов количество возгораний увеличивается на 30%. В целях предотвращения пожаров сотрудники МЧС проводят профилактическую работу с населением. У нас, я могу сказать, по Октябрьскому району у нас порядка, наверное, 8 тысяч, да? Но с печным отоплением. Это здесь и частный жилой сектор, и вот эти вот там двухэтажки, наподобие которых мы сейчас были, но где находится печное отопление. И, в принципе, процентов на 70 оно, ну, в исправном состоянии тут находится. Вот. Потому что это дорогостоящее. Вот. И, как правило, некоторые, в основном престарелые, не могут себе позволить отремонтировать данные там, печные приборы.